На детских площадках Южно-Сахалинска не нашли нарушений содержания. Это следует из итогов мониторинга. Его на этой неделе провели сотрудники городской администрации. Специалисты обследовали около 600 дворов. Среди них и придомовая территория на проспекте Мира. В целом инспекцию устроило состояние детской площадки. Она относительно неплохо пережила зиму. Резиновое покрытие под ногами сохранилось. Проблемы обнаружили на малых архитектурных формах. Они пострадали от рук отдыхающих. Здесь мы уже навели порядок и убрали надписи, да, нецензурные, вандальные. Ну, мусор это ежедневно мы убираем. Не только на этой площадке, на других тоже. Работы запланированы были по ремонту вот лавочек и так далее, но погода, к сожалению, нас остановила, поэтому благоприятный период мы это все сделаем. По итогам мониторинга непригодные для эксплуатации элементы детских площадок демонтировали. Под утилизацию пошли также игровые комплексы с истекшим сроком работы. В мэрии напоминают, во дворе вашего дома могут установить новую детскую площадку. Для этого нужно согласие собственников и участие в проекте «Тысяча дворов».